Ну что, мы в аэропорту Ларнака. Ждем автобус и едем в город. Он приехал. Он приехал, да, мы просто вам не показываем. На Кипре левостороннее движение. Это немножко удивляет. По крайней мере, я себе сразу представляю водителем одной из машин, и я понимаю, что чтобы сориентироваться, нужно время. Видел в йогурте чудо. Реально вкусно. Градусов 40, наверное. Вчера было очень тяжело. Реально, даже на улицу выходить было тяжело. Сегодня как-то немножко полегче все-таки. В Кипре нет горячей воды. На каждом здании стоят вот куча вот таких бойлеров, которые нагреваются за счет солнца. Ну и, собственно, вода становится горячей. Вон, видите их сколько? Все крыши в этих бойлерах. Соленое озеро. Мы как-нибудь придем сюда днем, чтобы получше рассмотреть, показать красивый вид. Ребят, общем... вот это соль, посмотрите. Реально закаменелая соль. Вот если взять, оторвать кусочек, оп, соль. Обычная соль. Прикольно. И это все озеро вот такое. Вот это все, это озеро. Все сплошная соль. Сейчас ради интереса зайдем посмотреть букмекерскую контору, которая здесь работает. Называется, да, она вон, Златан. Какая интересная штучка. Что-то там прыгает, что-то, что это? Наш мини-маркет, супермаркет точнее, где все-все-все есть, уже закрыт. Но здесь есть круглосуточная жопа. Жопа. Круглосуточная жопа – это спасение. Тут нет всего, но что-то можно найти. Да, Наш? В жопе можно многое найти. Красивенький магазинчик. Смотрите, что здесь есть. На самом деле, вот евро 50 всего, я бы одну штучку уже взяла. Купили два билетика, едем в Вайана, смотреть замечательный город. Но на самом деле мы едем смотреть природу, потому что смотреть Вайана там просто нечего. Мы едем на мыс Каба Грека. Вы увидите, что это за красота. Мы приехали на мыс Каба Грека. Каба Грека, мы как приехали? Еще 2 километра пешочком идти. Это в 10 километрах от Айнапы. Куда мы приехали сегодня. Здесь просто замечательно красиво. Посмотрите на это лазурное море. Оно замечательно. Мы покидаем этот мыс, сейчас идем на автобусную остановку по вот этой дорожке, которая идет вот аж на самый верх. На улице очень жарко. Мы ждем автобус с осликами, чтобы поехать на следующую ферму.
через 10-15 минут будет инструктаж, и нас познакомят с осликами, на которых мы сегодня будем кататься. Нельзя, пожалуйста, сразу прыгать, поехать. Это животное, которое есть и душа, есть и сердце. Я просто никогда не прыгала. Сегодня прыгай. Помни школу. Никогда не прыгала, не прыгай. Нет, так бег, руки так и прыгай. Это легко. Дальше разбег. Ну что, ослиный Бейлис, мы пробуем ослиный Бейлис, нам его прям прорекламировали. Настя весь алкоголь выпила. Да. Я даже попробовать не могу, меня воротят от этого всего. Очень вкусный апельсиновый ликерчик был. И вино. Друзья, пробуем Бейлис. 250 миллилитров. Очень вкусно. Вот это единственное лучше. Очень сладко, очень вкусно. У тебя кто? Как зовут? Аполлон. Аполлон. И Посейдон. Смотри, у нас серенький. Посейдон и Аполлон. За повыше, да. Давай ты сам корми. Я, он мой уже все сожрал. Все, что у меня было, все сожрал. Да что ж ты, рот дырявый, ну, я ж не могу тебя. Вот, молодец, аккуратно берешь. Ты будешь меня хорошо катать? Так, раз. На живот, ногу закинула. Это успех. Давай теперь я сниму. Все. Держи, я тебе просто передам, даже не... Вот это транспортное средство, офигеть. Ты что-то слишком быстро запрыгнул как-то на него. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Let's just run, girl.